Всем привет, любители выживания, с вами я, сталкер-баннерщик, и для нас открывается новый, неизведанный мир, этот мир называется Пайн. Я буду в роли вот этого такого сталкера Хью, ну может быть сталкером называть его неправильно, но так как он отправится исследовать новый мир, что-то изучать, пытаться выжить, то в принципе да, логично называть его сталкером, но... Мир такой новый, непонятный. Давайте посмотрим, что же пишут об этом мире разработчики этой игры. Итак, Пайн – это приключенческий боевик с открытым, развивающимся миром. Путешествуйте по захватывающим дух просторам Эвальмара. Эвальмар – это, я так понимаю, этот мир, в котором мы сейчас обитаем. В роли находчивого подростка Хью. Вот он, этот подросток Хью. Он будет у нас выживать в одиночку. Вполне возможно, на своем пути он повстречает каких-либо друзей, ну или врагов. Ему для выживания придется сражаться, торговать и исследовать опасные земли, где человек не вершина пищевой цепочки. Да, вот как-то так. Тут есть люди, но в то же время есть и опасные звери. Ну, можно по привычке, конечно, назвать их мутантами, но это было бы неверно, так как для этого мира... Это просто обычные звери. Под видео есть ссылка на эту игру в Steam. Там можно почитать более полное описание, ознакомиться с видео, со скриншотами. Ну и, конечно же, купить, если возникнет такая возможность или желание. И погрузиться в этот мир. Вот я подобрал какую-то шишку. Я так понимаю, я оказался вот в самом начале. Это поселение. Поселение вот этих людей, которые тут живут. Давайте мы немножко по нему пробежимся, посмотрим. В принципе, графика такая мультяшная, да, рисованная, но реалистичная. Мне понравилось. Управление тут довольно простое. Крафт тут есть. В принципе, ничего сложного нету. Также я могу плавать. Питаться, здоровье тут тоже восстанавливать можно. Ну, в общем, все по классике выживания. Тут не слишком заморочено вот это выживание, что там нельзя все там подряд есть, там заболеешь, умрешь. По самому минимуму тут это все сделано, но это нисколько не минус, это скорее всего даже плюс. Вот я подобрал какую-то шишку, пока не знаю, что с ним делать. Вот такое поселение у нас. Но оно большое по факту, да, то есть если спуститься вниз. Вот еще какие-то дома. Даже есть кладбище, смотрите. Ну, люди не только живут, но и умирают. Вот мы можем спуститься еще ниже. Вот, тут какое-то садоводство у нас. Да. Еда. Еда, еда. И вот тут, я смотрю, можно собрать. Посто мяс. Посто ямс. Это местная еда. Это пшеница. О, это нам знакомо. Давайте соберем, я так думаю, в дальнейшем нам эта еда пригодится. Так как она уже выросла, можно собрать. Вот, собираем пшеницу. Такое небольшое хозяйство этого поселения. Но я так понимаю, все-таки, да, поселение небольшое тут. Скорее всего, свои мастера есть какие-нибудь, врачи. На горе вот тут живут. Вот, тоже кто-то. Бревен много. Наверное, заготавливают что-либо. В принципе, мы уже весь поселок оббежали. Не такой уж он и большой. Но красиво, красиво. Здесь мне понравилось. Ну и давайте окунемся в этот мир выживания. Для начала посмотрим, что у нас тут в снаряжении есть. Мешок. Это вот то, что я насобирал. Пшеница. Распространенный важный вид злака, который едят в Эвальмаре почти все. Растет на низинных равнинах. Эвальмар. Это так мир называется. Так, это что такое? Посто ямс. Съедобный, но не очень вкусный овощ, растущий в низинах зарослей. И большие шишки. Клинолесе полно шишек. Обычно их можно найти около больших бревен. В клинолесе, наверное, ошибка. Задачи. Так, церемония. Основная история хроники острова. Пока еще я это не изучил. Марла ждет, поговорите с ней. Но это нужно подойти к какому-то персонажу. Снаряжение.
Веревка на запястье собиратель. Тугая веревка на запястье облегчает жизнь среди деревьев. А. Снять предмет. Надеть предмет. А. А туника собиратель. Простая, но надежная одежда, которой пользуются собиратели и люди, живущие на деревьях. Вот, я человек, который живет на деревьях. Ну, в принципе, да, вы видели дома, построенные на деревьях. Такие аборигены небольшие, да? Брюки собиратель. Самые обычные штаны, обеспечивающие небольшую защиту. Энциклопедия. Вот. Постоянс. Это вот то, что я собрал. Все остальное показано вопросительными знаками. Ну, потому что я это еще не изучил. Вот постоянс я собрал. Пшеница вот тоже показана. О, тут большая энциклопедия. В принципе, я так думаю, со временем она заполнится. По мере изучения моего этого мира. Вот дом. Здесь появились первые люди. Тут живу и я. И все, кого я знаю. Наш дом расположен на довольно высокой скале, что очень даже удобно. Нам не страшны иноземья и его обитатели. Конечно, скалы сами по себе небезопасны. Но так уж повелось, что люди продолжают строить здесь свои жилища и даже не думают спускаться в иноземье. Вот так вот. Ремесло. А ничего еще нету. Ну, так как я ничего еще не изучил, да. То есть тут, я так понимаю, можно крафтить. Ну, это придет все со временем ко мне. А для начала давайте все-таки отправимся к персонажу, который нам нужен. Так, что мы тут можем? Приседать можем, бегать, прыгать. Ускорение, кувырок. Так, ну вот, какая-то бабушка стоит, наверное, самое главное тут. Взаимодействовать. Ну, давайте пообщаемся с ней. Так, ах, Ю, вот ты где. Мы почти закончили приготовление. Эльма и Аэдвин попросили принести им еще материалов для дома на дереве. Я бы обратился к твоему брату, но я не знаю, где он. Хью говорит. Еще больше материалов? Да, но я не знаю, что именно. Спроси у них. Ну, беги. Ага, я получил новую задачу. Тут, в принципе, вот метками показывается, куда идти нужно. Вот, строят они дом на дереве свой. Мне нужно с ними пообщаться. Ну, давайте поговорим. Хью, ты как раз вовремя. Мы уже было решили, что дом на дереве готов, но камни, на которых он стоит, очень неустойчивые. Что еще хуже, Герри слушать нас не хочет. Бечевка и ткань, вот что нам нужно, чтобы укрепить дом на дереве. Можешь принести? Древесина и бечевка не должны стать проблемой, если попросить Герри как следует. Луя складывала ткань у места для стрижки. А, стирки. Хорошо. Ага, итак, очередное задание мне нужно принести им. Вот справа показывается активные задачи. То есть тебе нужны материалы. Ткань и бечевка. Могут закончить стройку. Бечевка. Одна ткань. Одна. Это собрать нужно. Ну вот, рванули вперед. Сейчас посмотрим, дадут ли нам необходимые вещи. А, Хью, я тут немного занят. Чего тебе? Эльма и Айдвин хотят укрепить дом на дереве. Бечевка хорошо для этого подойдет. Им что, мало? Бечевка не растет на деревьях. В общем, ты меня понял. Они говорят, что их дом очень неустойчивый. Какие глупости, наши дома самые лучшие. Но раз уж они настаивают, бечевка, значит, ну, мне нужно готовиться к церемонии. Древесина лежит вон в том ящике, можешь взять и сделать все сам. Передаем, что этого должно быть достаточно. Жду не дождусь начала праздника. Вот, теперь у меня есть задумка. Это концепция предмета, который можно изготовить. А, когда у тебя есть необходимый для этого ресурс, открой меню, перейди во вкладку «Ремесло» и «Изготовь». Вот, это такой крафт, незамысловатый. Ну, как я уже говорил, тут достаточно этого. Так. Ремесло, да? Задумка. Во. Бечевка, задумка. Изготавливаем плетеную нить для связывания предметов. Древесина. Так. Снаряжение. Мешок. А, так, сейчас мы разберемся, как да что тут. Вот и все. Да, я так понимаю, мы создали? Да.
Ничего тут сложного нету. Так, с этим мне пока разговаривать не нужно. Опа, это что такое? Мох. Давайте соберем. Неизвестно, понадобится, не понадобится, но раз можно собрать, я думаю, стоит это сделать. Ресурсы в нашем выживании нам по-любому понадобятся. Вот еще мох. Ага. Так, а вот еще что-то лежит. Давайте сначала пообщаемся. Эй, Хью. Привет, Луя. У тебя есть ткань для дома на дереве? Ох, мне нужно заниматься стиркой. Ты знаешь, как делается ткань? Если Айдвин и Ильма, она так нужна, то ты можешь сделать ее сам. Вот, я получил новую задумку, ткань. Так, а это вот мох. Ну, мох я уже собрал, но дополнительно. Так, переходим. Вот у меня есть тростник и мох. В ремесло. Ткань. Необходимые предметы, то есть тростник и мох, для этого есть. Выбираем. И создать. Все, появилась ткань. Нормально. Откроем вернее, мешок. Вот она ткань. Ткань и бечевка. Все есть. Ну что, давайте вернемся. Отнести материалы к месту строительства. Погнали. О, шишка. Не знаю, для чего нам шишки нужны, но соберем. Думаю, пригодятся рано или поздно. Вот тут еще много разных персонажей. Ну, давайте следовать уже подсказкам. Как вы поняли, это обучение. Обучение, в принципе, локация, где тебе все подсказывают. Это как бы начало нашего выживания, которое начинается именно с обучения. На дома забраться нельзя. Было прикольно. Это что? Шишки. Шишки в мешках. Собираюсь, значит, тут шишки. Так, а мне нужно дальше. Вернуться к тем, кому нужно помочь. Помочь строить домик ихний. А неплохой тут такой у них мирок, да? Дома такие путевые. Мне однозначно здесь нравится. Посмотрим, что нас ждет дальше. Так, по-любому я отправлюсь куда-то в непонятный и жестокий для меня мир. Пока-то я у себя дома, в нашем поселении, кладбище. Ладно, на кладбище мы еще сходим. Давайте отдадим необходимые вещи. Спасибо, Хью. А надеюсь, этого будет достаточно. Придется обойтись тем, что есть. Деревья сейчас растут гораздо медленнее, чем должны. Материал скоро будет в обрез. Нам повезло, что у нас еще есть древесина. Может, пора освоить земли внизу? Ну уж нет, иноземье не то место, куда стоит ходить, так что забудь об этом. Иноземье, я так понимаю, те места, которые действительно внизу. Вот мы живем на горах, а там внизу другой какой-то опасный мир. В любом случае, сегодня мы отмечаем завершение строительства чудного нового дома. Давайте заканчивать и будем праздновать. Хью, я нигде не могу найти твоего брата. Ты не проведешь его на церемонию? Он наверняка сидит где-нибудь в углу и снова рисует всякую ерунду. Художник, у меня брат художник, у меня есть брат. О, прикольно. Мне вот интересно посмотреть, что это за кладбище. Давайте пообщаемся с персонажем. Марсель, добрый вечер, Хью. А я вот рассматриваю могильные камни. Иди делом займись, лентяй. Могильные камни он рассматривает. О, шишка. Используй поезд, чтобы прыгать через препятствия. Ну да, это мы уже проходили. Что тут самое интересное? Тут есть такие вот небольшие ограничения. К примеру, если я спрыгну, я не умру. Я окажусь опять на этом острове. Может быть, просто сейчас нельзя отсюда выйти. Но мир, да, тут мир открытый, поэтому в дальнейшем, я думаю, буду путешествовать, изучать все. Пока мы, так сказать, учимся основам выживания. Так, так, так. Мне нужно найти своего брата. Это кто? А, брательник мой, наверное. Эй, Хьюм. Герри заставил меня весь день таскать бревна, так что я решил немножко передохнуть.
По-моему, я снова видел одно из этих скользких белых существ там внизу. Если как следует прищуриться... Нет, спасибо, обойдусь без этого. Ха, ты зря отговариваешься. А, отворачиваешься. Нас окружает столько всего загадочного и интересного. Ну, Марла и Герри думают иначе. Да уж, их беспокоят только дома и эти церемонии. Должно же в жизни быть что-то помимо этого, а? По поводу церемонии, она скоро начнется. Меня попросили найти тебя и привести. Ох, ну время еще есть. Помнишь то странное здание, о котором я тебе говорил? Ну, то, которое я нашел. Думаю, я догадался, как его можно открыть. Даже не знаю. Адам, наверное. Марла запрещает отходить далеко от дома. Ой, да ладно тебе. Церемония начнется не скоро. Как соберешься с духом, приходи на место сбора урожая. Я тебе все покажу. Угу. Чувствую, брательник меня впутывает в какую-то авантюру. Ну да ладно, это что такое, тростник? Давайте соберем. Нам это пригодится. Я больше чем уверен. Я духом собрался уже давным-давно, поэтому пойдем посмотрим, в какую авантюру он меня хочет втравить. А может быть, это совсем не авантюра, а что-то интересное. Так, место сбора урожая. О, еще один мох. А нет ли тут урожая? Ну, давайте сначала пообщаемся. Что-то растет там. Я знал, что тебя это заинтересует. Ну, я делаю это ради тебя. Давай только перекусим, прежде чем идти. Вон там ты можешь найти Постноямс. Постноямс. Название, конечно. Он моментально зарядит тебе энергией. Итак, в походах стоит следить за запасом энергии. Все, что ты делаешь, понемногу ее расходуют. Так что тебе необходимо постоянно восстанавливать энергию с помощью еды. Ты можешь есть любую найденную еду, чтобы пополнить запас сил. А, ну и показывает, как закрепить слот быстрого доступа. Понятно, то есть тут в принципе несложно. А, нашел еду и ешь. Пшеницу я собрал в предыдущий раз. Так, давайте посмотрим. Ага. Использовать и закрепить. Постоямс. Только закрепить. И теперь я ем, да? То есть я закрепил еду в слот быстрого доступа. Он у нас находится в верхнем левом углу. Там, где здоровье, там выносливость. И вот такой маленький-маленький видно. Иконка, изображающая этот фрукт. 9. Пшеницу. То есть, понимаю, пшеницу тоже могу есть 6. Есть, а шишки? Шишки, шишки. Так, история. Ну ладно. В общем, мы голод утолили. И теперь давайте... Поговорим с братом. Не Адам его зовут, а Амом, я так понимаю. Ну, давай посмотрим, что нам удалось найти. Марла не успевает и глазом моргнуть, как мы уже вернемся обратно. Кто последний, тот съест две плошки жаркого, которого готовит Марла. Я так понимаю, готовит она невкусно. Эх. Так, найди своего брата рядом со странным устройством. Угу. Где-то по-любому должен быть проход. Ничего интересного нет, что можно собрать? Да нет. Ну вот какая-то дверь заколочена. Ну вот мы и пришли. Когда я расчистил кусты, то увидел эту круглую штуку. Видишь, висит. Думаю, в нее нужно чем-то попасть, но у меня ничего не вышло. Потому я смастерил рогатку. Я даже доверю тебе сделать выстрел. Давай посмотрим, что будет. О, у тебя имеются ячейки для орудий ближнего и дальнего боя. Чтобы переключать между этими ячейками, используй... Ага, понятно. Вот они вверху, то есть ближняя и дальняя. Рогатка, я так понимаю, и меч. Но меча у нас пока нету. А вот рогатка у нас есть. Вот, их можно переключать. Вот, смотрите, рогатка. Прицелился, шлеп. Прицелился, шлеп. Это, я так понимаю, оружие дальнего боя. Ну, в принципе, логично. Нужно попасть вот сюда, да?
Отлично. Попали, закрутилось, и дверь открылась. Прям как в сказке. Ух ты. Давай узнаем, что там внутри. А, мам, погоди. Ну, он меня не стал слушать, убежал. Адам ушел в пещеру, иди за ним. Ну что, у меня есть рогатка, поэтому я насчет этого не парюсь. Вдруг кого мы там в пещере встретим, мы их из рогатки заколбасим. Ну что, в пещеру, это, так понимаю, переход уже на другую мини-локацию. Да, идет загрузка небольшая. И мы окажемся в пещере. Что там нас ждет, неизвестно. Давайте рогатку в руки возьмем. Так, так, так. Ага. Тут явно кто-то жил. И если мы нашли эту пещеру и об этом не знали до этого, значит, это не мы жили. Может быть, наши предки, может быть, кто-то еще. О! Тут какое-то тренировочное поле. А, Хью, смотри. Это похоже на орудие настоящего искателя приключений. Он меч где-то раздобыл. А вот еще одно, бери, не стесняйся. Ну да. Меч. О! А теперь у меня два вида оружия, и я могу переключаться. Если им махнуть, то будешь выглядеть очень грозно. Взяв оружие ближнего боя, используй лев маус, чтобы выполнить слабую атаку. Так, мне нужно переключиться, да? Мы это уже знаем. Опа. Вот слабая атака. Да? О, прикольно. Если занести его над головой и как махнуть, получится по-настоящему сильная атака. О, и отпустить. Да, нормально. А еще между атаками можно проводить удар ногой. У скользких белых существ теперь нет против нас никаких шансов. А если добавить ко взмахам рывки? Столько возможностей. Ну, смотри, как я могу. Ну-ка, покажи, что ты можешь. Офигеть. Дверь пробил. Не дверь, заграждение. Ну, теперь это, можно сказать, дверь. Короче, он так, Адам нуждается в помощи, помоги ему. Давай мы сначала потренируемся, наверное. Ящик. Ох ты. Нормально так, ткань. Так, как нас учили? Удар ногой, потом замах. На. А если так? Нормально так, мощно. Ну и обычный замах. А если мы вот так вот сделаем? Ну, неплохо. У меня теперь есть меч и рогатка. Пойдем помогать братцу. Да, в общем, мы нашли какое-то тренировочное тут, так сказать, поле, пещеру. Ну, раз об этом никто не знал, или взрослые нам об этом не рассказывали. Или тут было действительно какое-то место, которое... было давно потеряно, и об этом никто реально не знал. Пойдем дальше. Взаимодействовать. Адам, ты как? В порядке, просто потерял равновесие. Это было круто. Вот только теперь надо как-то отсюда выбраться. Ты видишь какой-нибудь выход? Ну, тут есть деревянная дверь, и рядом записка. На ней написано влево, влево, вправо. Есть идеи. Посмотрим, может, я что-нибудь найду. Влево, влево, вправо. Но это по-любому подсказка. Опа. Влево, влево, вправо. Адам, ты меня слышишь? Отлично слышу. На этой стороне выхода тоже нет. Что, говоришь, там было написано? Я могу разобрать только влево, влево, вправо. Так, стоп. Влево, влево, вправо, это, конечно, интересно. А вон. Веревка какая-то. Плюс. Так, перекусим.
похожие цели, которые нам предыдущие двери открыли. Влево, влево, вправо. Ну-ка, давай попробуем. Влево. Влево, а теперь вправо. Ничего. А, нет, что-то произошло. Сработало. А, теперь давай освободим дорогу тебе. О. Вход открылся. Ага. А, он рычагом открыл, да? А был, наверное, здесь. Вот, да, дверь. Кто тут такие ловушки секретные поставил? Древняя цивилизация. А это что такое? Это старая записка, на ней написано. Влево, влево, вправо. А, это вот он сюда провалился. Вот. В эту дырку. Я ему открыл вот эту дверь. И потом он открыл мне проход. Хм. Тут явно кто-то до нас... До нас жил. Уф, я рад, что мы наконец выбрались. А ты не хочешь пройти чуть глубже? Не знаю, Амом. Мы так уже натворили дел. Но ведь все обошлось. Мы в полном порядке. Не трусь, поешь еды, если она у тебя есть, и пойдем. Ну хорошо. Еда у меня есть. О. Так. Возьмем в руки меч, наверное. Какое-то место расшлеп. Интересное. Да, тут явно кто-то жил. Бечевка. Пригодится. Сморковь. Сморковь. Новый провиант. Сморковь. Не морковь, а сморковь. Какие-то наскальные рисунки, живопись. Смотри, Хью. Эти фигуры выглядят как люди. Ничего себе высокое. Должно быть, это искатель приключений. Все-таки на Земле очень странное место. А потом он, кажется, снова их бросил. Это люди жили на нашей скале. Неужели это наши предки? Не может быть. И на Земле ведь не имеет к нам отношения. Мы никогда там не были. А кто еще мог оставить эти рисунки? Похоже, они запечатали за собой пещеру. Хью, неужели ты не понимаешь, что это значит? Люди не всегда жили здесь, и на Земле тоже может служить нам домом. Мы может, когда-нибудь туда вернуться. Мы можем когда-нибудь туда вернуться. Там точно есть что-то, кроме ужасных чудовищ, которые нас пугают. Марла должна узнать, что мы тут нашли. Да и на церемонию не стоит опаздывать. Тогда ты иди, а я тут задержусь, чтобы все изучить. Я тебя догоню. Ну, я примерно понял, в чем фишка. Скорее всего, наши предки действительно жили в иноземье, но, я так понимаю, внизу там где-то, на равнине. Потом что-то случилось, и вот они перебрались сюда, и с тех пор живут на горах, на горе, можно сказать. Строить дома на деревьях и вниз спускаться боятся, типа табу. А старички, к примеру, та самая бабушка, скорее всего, про это знает или догадывается. Но никому не говорит об этом. А мы такую тайну раскрыли. Ну что же, пойдем дальше, узнаем, что да как. Выходим из пещеры. Блин, а определенно интересно, что будет дальше. Так, церемония, вернись к своему племени. Пока мы бродили, уже вечер настал. Вот эта бабушка, Марла ее зовут, да? По-любому знает. А, или Мария, или Марла. Нет, Марла. Амам, ты неисправим. Ах, Ю, ты позволил ему пойти с тобой? Одной матери известно, что там могло случиться. Вы же знаете, что выходить за пределы деревни нельзя. Прости, Марла, но мы узнали, что... Мне не интересует, что за глупости вы там нашли. Вы оба прекрасно знаете, что никому нельзя покидать деревню. Так было и так будет всегда. Но именно об этом я и... А теперь возвращайтесь в деревню. Вы уже опоздали к началу церемонии. Все ждут только вас двоих. Ох, братец, ты был прав. Ей не понравилась наша находка. Но мы все равно должны рассказать ей о том, что нашли.
А может, она и так все знает? Она живет здесь гораздо дольше нас с тобой. Есть только один способ узнать это наверняка, но сперва мы должны посетить церемонию. Так, ну что, прими участие в церемонии. Ну, пойдем, примем. Неизвестно, что за церемония. Может быть, кого-то в кого-то будет посвящать. В рыцаре кожаного меча, типа того. Хотя фиг узнает, какие у них тут там порядки и правила в этом поселении. Итак, я так понимаю, церемония, да, начинается? Ну хорошо, мы наконец собрались, и церемонию можно начинать. Спасибо, Марта. Как предписывают традиции, я бы хотел поблагодарить вас за ваши усилия. Времени и ресурсов ушло больше обычного, но мы справились. Наш новый дом вышел большим и крепким. Мы будем расширять границы нашей деревни. Скоро мы построим еще один дом рядом с этим. Он будет еще больше и красивее. Ильма и Кан, идите сюда. Я объявляю этот дом вашим и официально разрешаю войти в него. А после этого мы устроим пир. Ну, это у них тусовка после каждого построенного дома идет. В принципе, неплохо. Пора есть жаркое. Ох, меня тошнит от одного только запаха его жаркого. Ее жаркого. Не знаю, что Герри в нем находит. Иногда мне кажется, что он затевает церемонию только ради него. Он уплетает его так, что за ушами трещит. Вот только взгляните на это чудо. Еще один круглый дом на дереве. В оригинальности нам не откажешь. Упаси матерь построить что-нибудь другое. Если когда-нибудь стану вождем, мы это изменим. О, птички полетели. Что случилось? Не к добру. Не к добру это все. Ух ты. Скала рушится. Чего это вдруг? Что случилось-то? А? Ну, я так понимаю, я выжил, да? Да, точно, я выжил. Меня кто-то нюхает. Сейчас сожрут. Нет, есть вроде не хотят. На хобот похоже. О, точно. Ты же спустился сверху, разве не так? Я всегда подозревал, что на этой скале творится что-то неладное. Но я подумать не мог, что там живут люди. Опасно это место, шаткие скалы. Вот как мы его называем. Представляю, как ты должно быть потрясен, что это не сон. Мы оба тут застряли. Иди за мной. Так, что-то я не понял. То есть, всю жизнь они там жили-жили. А те, кто жил внизу, называл это место шаткие скалы. И за все время только один раз скала зашаталась и рухнула. Или она раз в 100 лет шатается, непонятно. В общем, я выжил. Я так понимаю, упал сверху. А, ну так вот. Вон переходы. Не такая же высокая же скала. Но непонятно. Короче, где-то мы оказались в каком-то ущелье. Я выжил, но я упал вниз. Не знаю, что случилось с моим поселением. Меня чуть не сожрал какой-то слон. Ладно. В любой непонятной ситуации собирай всякие разные лут. Это пригодится в дальнейшем. Давайте побегаем, посмотрим, что тут есть интересное. Графит для ключей. Не знаю, что это, но это что-то новое для меня. Плюс надо искупаться. Зов приключений следует за существом. Ну, я так понял, что теперь я буду один. Буду выживать. Буду изучать этот новый мир. Так как старый мир мой разрушен, я так понимаю. А это что такое?
там явно есть проход. Ладно, мы это разберем в дальнейшем. Сейчас изучим эту местность. Ну да, вот на этих скалах я, получается, жил где-то там. Не так уж и высоко. В любой непонятной ситуации собирай лут. Неизвестно, вдруг в дальнейшем пригодится. Ну хорошо, хоть тут не зима. На этом, я думаю, сегодняшнее наше выживание мы закончим. Это было такое небольшое знакомство с этим новым миром. Мне, в принципе, зашло. Посмотрим, что будет дальше. И смогу ли я тут выжить. На этом все. С вами был я, Хью, он же Сталкер-баннерщик. Увидимся. Пока.